Сейчас разговаривали с девушкой из информационного бюро для туристов. Год она сказала, да? Угу. Год они переехали сюда из Лондона. До этого 2 года жили в Лондоне. Ну, прекрасно, великолепно, тут все замечательно, но муж продолжает работать в Лондоне. А отсюда на поезде добираться до Лондона 1,5 часа. Сейчас. Ребет. А нету ничего. Утки как везде. Попрошайки. Со времен Одессы еще. У меня такого. Есть в Буртоне и парк птиц. Для информации, ребята, чтобы не вляпаться так, как мы, еда подается во всех ресторанчиках только до 3. А после 3 можете пить хоть до утра. Выпивка везде и всегда, в любое время суток. А еда только до 3. Пошел дождик. Но это обычное дело, даже летом. Такая вот деревенская церковь, и при ней школа. Дождик кончился, а мы продолжаем прогуливаться по Буртону. Целая штука завяла. Что завяло? Целая. А, да. Таких вот много маленьких заведений. Завтрак, утренний кофе, легкие ланчи, чай и домашние пироги. Тут винный домик. И здесь прямо на улице вызревает виноград. Сейчас 7 часов вечера. Туристы все уехали.
а народ как корова языком слезала с улиц. Все забили бары. Поэтому как будто в городе никого нет. Туда не надо, елки, шмок. Вечерний Буртон, никого нет, просто кайф. Еще пару часов назад тут было полно народу, несмотря на межсезонье. А скоро ведь Рождество. Представляете, Рождество в таком месте. Просто шик. Пахнет мясными пирогами. Очень много мест. Это домашние кафе, домашние ресторанчики. Люди живут либо сзади дома, либо над кафе. И везде написано, скажем, в меню, пироги домашнего приготовления или суп домашний. Еще что сразу бросается в глаза, я уже говорил, по-моему, в одном из видео, но и здесь, в деревне, это тоже. Люди на первых этажах никогда не занавешивают шторы. Всегда открыты. И видно, чем занимаются жильцы. Либо телевизор смотрят, либо спать укладываются. Окна достаточно большие, поэтому нам это не совсем понятно. Но, тем не менее. Причем шторы есть. И занавески есть, но они всегда открыты. Есть старые дома, которые переотделывают современным камнем. Но все равно стараются выдержать этот стиль. А вот оригинальная кладка. Тут целая фазенда. Хозяева очень любят цветы. Есть в Буртоне и небольшой музей старых автомобилей. Он совсем небольшой. Зайдем вот в этот чудный барчик.
чего-нибудь горячительного выпьем. Следующая дверь. Спасибо.